Я зато не командиром, молчу. Да я близко. Просто сейчас Слава, как тебя сана, всех, блядь, успокоит. Его оставить. Дайте отдохнуть. Его оставить. Его оставить. Я знаю. Просто оставить. Дайте немножко чуть-чуть отдохнуть. Чуть-чуть. Пускай не отдохнут. Да. Потом, да. Потом, сейчас ночью, идем на выступление. Все надежды на нас. Поймите меня. То, что мы сделали, еще в Абхазии такого не было. Все, ты веришь, Хохов? Еще. Вот правильно, я тебе говорю. Правильно. То, что мы сделали, в Абхазии еще такого не было. Еще не было такого. Поверьте мне. Все, мы все. Да я обескажу, можно и перехватить. Вот это вот то, что море взяли, взяли. До этого дополнительно, бля, лапу захватили. Лапу взяли, все уничтожили. Правильно? Взяли спирт, выпили, покушали. Олесик, она ее оставляет. Еще есть пару человек. Не, ну пускай остается в той. Он куда взял? Давай сходим. Ёх, мы ночь пропали. Я тебе сказал, что, короче, он отпускает посторонние ребята, да? Колян, вот пускай, да? Ты же повел вперед, все. Все, боевые действия, ты же командовал. Ну, а сегодня это, мы должны все вот это сейчас пойти в бой. Мы не имеем приказ идти в бой или куда-то идти. Я понимаю, как вы говорите. Мы должны деревню помогать. Помочь надо. Мы доедем до Сухумской дороги. Спросим ребят. Есть у нас приказ? Слушай, что, ты приказ? Кому? Да хуя уже отправили. Я понимаю. Да хуя уже отправили. Ой, парень, что? Там отказывали, блядь. Сколько раз отправили, сколько раз. Я так понял, мы должны очистить новосульки. Должны там. Да? Понятно. Понимаешь, я не хочу там громко говорить или что-то говорить. В бою команды. Я не прикосновываю. Значит, значит, я так тебе правильно понял. Мы должны под утро или когда там начать атаку. Пока это все разработаем, все вместе. Подключить техника, это все, бронетехнику, артиллерия и так далее. Да помолчи! Да ладно, я пью! Все, я там штуки работаю. Спичка, Арбу, спичка! Пас, выебала! Возможность Мазарина.
уже. Давай, давай. Да, не, на ски, харе хасит вообще, ба, линия пошла зюджера, юбера. Хаскует это? Хаскует это зам, просто там на харе хамчик крылова хас на зам. Так я здесь хочу, мы что? Харе увера хас, да, что я хочу. Бахап хах, на ски, на пара, здесь хон хамчик. Хамчик хочу, джерак хатар хочу, зюджера, зюджера, харе хакуршина, бадалон, грохенпи, на хифе хенпи, а зубы дрохом не хо. Убрашаш ты хинер, ну бас, тут тебя вижу, хоть вот дров, за. Я вижу, хочу, грок, он забьет из гу, что мы за лишь пал, что гу. А вижу, как я хочу, как хану за. Я раван за гиб, харе, я планала, ходик из меня, а ты так умный, да шкала хваха с хоцу, что он ходик. Хамчик, с хомус так умный, ну, возможно, с хаман. Прикуда хукала для игры. Это еще не гимн. Ацхарма. Пижама гимн. Ацхарма. Фетизма. Фетун. И фетун на хуй вообще на свою очку долба. Цазмас. Мы частным способом фетун не рейн. Фетун за арта. Хан не возгад, я хану пузги. Хуус хан мапр. Ой, я хандук поседру. Ацхарма, 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 сохранили. Ну и в принципе я планала изменение шала зала ваха за хамазан за лацхага. Ацхага. Это хазир мут рад. Ну а хабра тешкала из хуцна. Все другие. Сканчур это хазуяк он общее наступление на алу. А к на ацхаги арах гизиги. Хусел зумри. Ахрай на хайшах тахуда. Говорю, то он чей то хозяро. Что говорю, на хос, хамчик из хома, а я пижбом дегуза. А ханат гео я пас хос, а я рах гуза. Ничего не могу сказать. Я рах гуза. Хам так горе рышпал. Хам так горе башу. За ханат гис хона бриуски, а за он ходи гам. Хам так. Мышки хопа, чем шерстнул? Я хочу. Полковник Масивадзе и вертолет Ми-4 Ре. Абратара? Да. А что ты делал? Задание хоккеиста. Да, издали! Настроение отличное. Настроение у вас хорошее. Если бы ребята еще вчера вытащили. С той стороны был бы совсем хорошо. Что-то тебя не видит.
нет? Да, ну, знаешь, сколько раз бежит, как человек, так, ты дюжишь. А подножки подставь, есть да, 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 да. Это... Пользуясь случаем, хочу передать привет моей мамочке в город Новосибирск. Пожара нет. Где Зурик? Вон, товарищ. Это давай, давай, вытаскивай. Грузинская сторона говорит, что на стороне Абхазии воюют приднестровцы. Вот подтверждение этому. Батальон Днестр, командир роты специального назначения, Пименов Юрий Николаевич. Привет, румыны. Они уж думали, меня нет давно. А я вот. Самый маленький. Батальон Днестр. Старший лейтенант Данилин. Лицо позлее сделай. Зачем? Хорошая штука. Вот еще один приднестровец. Вот сюда вон, да? Говорите, ребят. Ребят, их чистить надо сразу. Если ржать. Это 14 километров. Так, настрой вас. Вот я мой сиску. А что вытаскивать? Значит, еще это самое, специально для грузинов. Значит, они объявили, что 1000 человек приднестровцев здесь, и на территории, значит, Восточного фронта. Значит, маленькую тайну я открою, нас было 8 всего, но если мы 8 за 1000 для них сканали, хочу предупредить, что приднестровцы ездили в Абхазию и будут ездить еще. До тех пор, пока Абхазия будет просить нас о том, чтобы мы оказали интернациональную помощь и выполнили свой интернациональный долг. Слушай, ничего не даем. Вы как наемники воюете? Нет. Значит, нам сказали, что это красиво называется по велению сердца. Вот так. Значит, мы ни копейки не получаем здесь, не получим. А приехали мы сюда, нас правительство Приднестровья отправило помочь просто вот вашему братскому народу. Сегодня отставить, вчера у нас как раз закончился срок нашей командировки. Значит, мы теперь едем к себе. Значит, отчет о командировке я своему начальству предоставлю. Все. Значит, ну и оставили Новосибирск, Москва. Да. Москва. Сами с Приднестровья. Ребята, да. Так и будет. Как разбирается эта штука? Мне вот это интересно. Значит, это будет, по-моему, до тех пор, пока большие, сильные фашистующие республики будут нападать на маленькие, я так думаю, да? Типа Грузии, да? А да. Типа Грузии. Значит, что еще? Для меня это третья война. Первая Афганистан, вторая Приднестровье и вот здесь третья. Сейчас планы жениться обязательно. Врёшь. Нет, женюсь. Домой приеду жениться. Не. 8 раз видел, жениться не женился. А что, трофей не нравится, что ли, а? Ты, а что с ней делать буду там? Ты можешь мы соберемся. Как? Сейчас поедем. А подожди еще там. Я друзья. Друзей. Не понял, что? Ты что, не служил, что ли? Я так и этим не работаю. У меня автомат и пистолет делал. Вон это ты ебашь и снимаешь, ты чё? Привет. Чё, куда? Оружие собрали? Подайте, оружие здесь. Скажи, снимай, я говорю, э! Снимай, гараж откручиваем, не прячем. Все вот еще не садали. Очень жаль, что чё потеряли лучших парней. Не хочу. Да, хороших друзей. Да. Сняли, да? Да. 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 Роби, давай. Роби, давай. Роби, давай. Роби, давай.
Колено,
Там один только путь, а при на Амбе Протеинхуэ куда цхук и граб на Хучикову прох. Вавал еще царок не зарвахал снизу. На Хаваге Гоча тоже родственник. Если зафиксируем, как он спит по своему. Хорошо. Ну ясно. А сестра? Сестра маленькая. Сестра другого. Ну они, знаешь, как вместе так не различны. Много времени тратить не надо. Слушай, ну, да я не умею. Он Димал. Иди сыграй, а. Он парень. Вообще, оказывается, не воинственный. Они не воинственный народ. Но за свою родину, по-моему, каждый человек должен воевать. Вообще, очень добрые люди к нам хорошо относились. Очень добрые, гостеприимные люди. Нам понравилось. Вообще ужасно. И, между прочим, среди абхазцев очень много героев. Очень много. Да. Очень много. И я считаю, что ни русским, ни другим учить воевать абхазцев не надо. Они сейчас уже, они могут многих научить. Здесь очень много героев. Вот здесь, в этом доме, значит, стояли на посту грузины, это рассказывает хозяйка. Значит, при ней все это было. Значит, задержали они троих 17-летних абхазцев. Двоих отпустили, а одного, значит, спрашивают, чья это земля? Он честно в глаза сказал, абхазская. Значит, за это они его пристрелили, вот здесь рядышком, значит, закопали на глубине где-то 50 сантиметров. Значит, хозяйка выкапывала его. Значит, вы понимаете, что это герой, это абхаз-герой. Не, он сейчас сопротивление оказал. Он сейчас сопротивление оказал, да, да. И его стали бить, он в ответ начал бить. Вот такие вещи, вот такие люди, которые молчаливо умирают, безвестные герои. Мне кажется, надо все-таки находить как-то их имена, историкам поработать, потому что это действительно герой. Выгодно кому вообще воевать, кому выгодно? Воевать никому не выгодно. История войн, хотя история мира это история войн, но история войн доказала, что война никому ни пользы, ни утешения, ни радости не приносила. Эта эйфория победы, она всегда день, два, три, как говорится. Всегда нужен мир. Знаете, как, давайте я по-русски скажу. Мне кажется, абхазцам
термин очень подходит. Знаете, я бы на их месте тоже сказал, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Нет, вы знаете, меня очень удивило, я даже не вдавался в подробности, но когда по вестям, по российским передали, что значит, Грузия в течение последних 2 лет отменила праздник День Победы, вы знаете, меня аж перевернуло просто. Действительно, значит, получается, что я воюю с фашистами. Дед у меня был в Берлин. И как я могу оказаться, значит, на стороне Грузии? Конечно, я буду на стороне Абхазии. Потому что это честный, гордый кавказский народ. Как вас принимают здесь вообще? Русских? Да. Замечательно. Во-первых, ты должен, какой бы ты национальности ни был, ты должен доказать в бою, что ты мужик настоящий. А крикунов везде хватает. Это тяжелая война. Но справедливая она со стороны Абхазии. Справедливая. И чисто несправедливая со стороны Грузии. Ах, 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 ах
Надо? Надо отсюда добраться. Надо? Но самое главное, оберегать и дома грабы шашек. Ой, Татьяна, вирус чахся. Нас еще дома брать. А бля, питомник, я морешен. Ну, отдохнем 1 минут 20 и пойдем. 20 зачем сейчас? Хорошо. Рация разве вам больше не нужна, чем нам? Рация нужна нам больше. Давай, Баркадьевич, кому расчёты сидит, я аж холетер хочу. Сейчас мы пойдем вот так. Дай мне 10 человек. Мы пойдем вот так, засадим денег. Понятно, нету, они сзади дадут им. Вы отсюда дадите, они отойдут к берегу, а мы отсюда как дадим их? Арах уже раз пяхсулоджин, арах его положение легко, а нельзя еще отсюда на железной дороге, от железки пойдем дальше, на ханилоке, на связь выйду я, и он и на салу дальше, что это ракет? Рома! 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 Р